Програма «Звірі в квартирі» виходить по суботах. Ну а зараз у нас звірі у нашій студії із своїми господарями. Олена Троян, голова Миколаївської обласної громадської кінологічної організації «Трон», і Олексій Бабіч, кінолог. Вони прийшли не самі. Оля, я знаю, що ти хочеш познайомитися більше. Я дуже хочу познайомитися з вашими улюбленцями, з вашими вихованцями, як можна так сказати. Як їх звуть? Представте, будь ласка. Це собака породи мопс. Зовут його Франк Сильвер Кітс. Йому 2 годика і 4 місяці. Він у нас вже гранд-чемпіон України. Трьохкратний чемпіон України. Тобто гранд-чемпіон – це вища награда, титул вищий. Двукратный резервный чемпион. Также он вот на последней выставке, мы ездили на международную выставку в город Днепропетровск, мы там получили еще титул ЦАЦИП. ЦАЦИП – это кандидат международные чемпионы. Можете показати на відео. Да. Я знаю, що поки Оля працювала в ефірі, ми з вами спілкувалися поза ефіром в коридорі, і навіть мого колегу Володимира Лисюка ваш пес надихнув на оперну арію. Ви часто щось, як спілкуєтеся, співаєте своєму песику? Да, мы с ним очень часто общаемся. Бывает такое, что он очень любит ездить со мной за рулем, и мы с ним поем. Как бы, такое у нас происходит общение. Так, ти вмієш співати? Він серйозний. Налаштований на ефір. Олена Михайлівна, представте свою улюбленцю. Ну, це дуже рідка порода, русская псовая борзая. Да, сейчас очень редкая, да. Его зовут Фартовый с русской окраины Трон. Это уже моё третье или четвёртое поколение, уже не помню. Вот, это вот у нас такой вот, он родился на моей... Він якось дивно на мене так дивиться. Нет, он очень добрый, они очень, в принципе, любят людей, вот, и... Ну, с характером. Це службова порода, так? Ні, це охотнича, боже вас упасть. Це охотнича собака, яка ловить у нас зайця, причому вони ловчі у мене, робочі, вот, ловять лису, вот, і в парі, тільки в парі кобелі можуть навіть задержати вовка. Нічого собі, Оля, ти ж не зайчик. Я не зайчик, але він так дивиться, я думаю. Він дуже комфортабельний, він дуже любіобільний. Вот, то есть... А як такі собаки з'єднуються, дружать вони з іншими породами? Ну, у мене дома, з маленьким нашим мопсом. У мене вдома 8 собак, в тому числі 4 мопса. Вот, он прекрасно з ними уживається. Вот, то есть, ну, собака аристократ. Вот, любить сидіти на коленках. Вот. Ми знаємо, що миколаївська команда нещодавно повернулася із чергової виставки. Да. І виступила дуже успішно. Это, да, это было, конечно, мы, как говорится, порвали Днепр. Вот, порвали так, что у нас на Best вышли все наши миколаївські собаки. Можете себе представить? Це вищий рівень. У фінал вийшли, можна сказати. Да, вийшли в фінал всі наші перші, ну, в общем, весь Николаїв. Суддя був, тобто, он не знал, что мы с Николаєва, и когда ему сказали, что все собаки стоят николаевские, он был очень удивлен. То есть у нас высокого уровня собачки. Вот, и я, конечно, очень рада, что команда не просто съездила, дорога была очень тяжелая, потому что дороги разбитые. Но на духовном вот состоянии, вот, допустим, все приехали в, ну, в диком... говорится, в восторге, то есть под впечатлением. Вот, конечно, животным досталось дороги, вот, их там подбрасывало, качало, вот. Но, тем не менее, сами хозяева, конечно, удовлетворенные, а если удовлетворенный хозяин, то, конечно, собака тоже удовлетворенная. Мы недарма заговорили про выставку, потому что тема нашей разговора сегодня – хендлерство. Что это такое? Ну, хендлер – это умение человека выставлять, представлять, демонстрировать собаку. Вот. Это практически профессия, потому что выставить особенно чужую собаку – это очень сложно. Вот, допустим, мою собаку представлял у нас профессиональный хендлер. Это Анастасия Перминова. Она сегодня не могла подойти, потому что у нее экзамены. Вот. Ну, вот, мою собаку представляла она. Она вообще многих животных выставляет, выставляет других животных, и очень успешно. Это профессия заключается в том, что ты должен быть психологом. В первую очередь, ты должен любить, и у тебя должен быть хороший контакт. И профессиональные такие вопросы, человек, который выставляет данное животное, он должен знать стандарт,
он должен знать особенности характера собаки, вот, характеристику породы, потому что без этих знаний человек не сможет преподнести. Ну, естественно, он должен разбираться в экстерьере, чтобы скрыть недостатки и преподнести достоинства. Вот, человек должен быть обаятельным, вот, должен быть воспитанным. То есть хендлер – это вот… Тобто не кожен власник собаки? Не кожен, да, не кожен. Це хендлер? Да. А як це така професія? Ну, это да, это вот как кинолог, вот так и хендлер, это будем говорить профессия. Вот, допустим, есть вот как у нас Алексей, он выставляет свою собаку сам. Да. Ну, он может сам рассказать, как он начал с первой выставки, вот как он последнюю выставку, он свою собаку, ну, будем говорить, не доверяет никому, вот, и сам учится этому профессии, этой профессии. Вот, и у него довольно-таки успешно получается. Да. Скажите, а тренування и хендлерство це щось схоже? Да, где-то схоже. А як важко тренувати ось такі породи? Такі породи, на самом деле, эти породы, вот, хоть и говорят, его невозможно чему-то научить и все остальное. Со временем, вот, когда с детства они начинают потихоньку расти, если его потихоньку, постепенно приучать к тем или иным командам, разговаривать с ним. С ними, с этой породой нужно всегда разговаривать, объяснять им, что можно, что нельзя, показывать на своем примере. Как с маленькой дитиной. Да, эта порода, сколько бы она будет жить, она всегда будет приносить игрушку, радость, и она очень прекрасная няня для детей. Вот. А чому ви вирішили собі завести саме таку представника цієї породи? Очень нравится. Ну, очень нравится именно эта порода собак. Мы начали ездить по выставкам, ну как, не то чтобы ездили мы первый раз в Днепропетровск, до этого мы были у нас в Николаеве на практически всех выставках, это начали мы год назад, первый раз мы пришли просто посмотреть, думали, если понравится, будем ходить. Мы пришли, как бы нам сразу же понравилась выставка, мы пошли, зарегистрировались и получили первое место. Нам дали первое место, нам дали чемпиона Украины. Це заслуга не тільки ПСК, але і ваша, в першу конечно, чергу, як хендлера, як вихователя, конечно, як психолога. Вот. Он себя показал очень хорошо, у него очень хорошая стойка, он очень хорошо бежал. Рядом бежал, получается, на поводке, и как там еще? Что именно вы хотите? На ринговке? Да, на ринговке. Да, да. Ну вот ринговочка, вот. Так, давайте ринговочка. Покажем, еще не просто на поводку, да, повинна бігти. Вот такая вот, да, вот такая вот специальная ринговочка, то есть, чтобы она не резала собаку, желательно, чтобы такая ринговочка была в тон животного и была очень прочная, потому что, ну, мало ли какие будут эксцессы, вот. То есть, допустим, франт у нас работает без лакомства. Вот у меня здесь специальный такой вот мешочек, здесь вот у меня лакомство. Я могу собачку вот поставить в стоечку. То есть, вот я готовлю лакомство, и вот собачку ставлю в стоечку. Вот она у меня вот так вот приблизительно стоит. А здесь я ее поглаживаю. Вот. И вот собачка стоит тихонечко, вот, подгрызает мой сухарик. Цей песик такий балований, без ласощів не захоче працювати. Скажіть, будь ласка, ось ці такі породи, вони дуже такі гарні і особливі. Скажіть, будь ласка, а ось порода і характер, у собаки є характер чи ні? Конечно, у каждой породы, и в породе есть и тоже характер, то есть есть общая вот, ну, характеристика породы. Вот, допустим, как вот цверги, это излишне копучие собачки, там, допустим, сапы, да, излишне сильные, Харима, вот, допустим, фартовые, это интеллигент и в то же время очень стремительная собака. Алексей, вот, а допустим, мопсы у нас храпящие, мопсы, да, храпящие собаки, но они упрямые, вот, то есть, вот, ну, опять-таки, каждая, в породе еще есть дополнительно характеристики собаки, то есть это надо знать. Да, эти собаки, они очень добрые, они никогда не обидят ребенка. Они детей очень любят. Я еще раз повторюсь, это очень хорошие няни, и их все дети любят, абсолютно все. Собака инопланетянин. Она не кусается, она физически не может сильно укусить, как бы, но гавкает. Какие-то проблемы со здоровьем есть в этих пород? В принципе, у каждой собаки есть какие-то... Ну, особенные какие-то потребности, порода вымагает? Уход.
За ним нужно смотреть, тогда все будет хорошо. Я просто ні з чим таким не сталкивался, так, конечно. Ми повертаємося до хендлерства. Які психологічні особливості, який підхід ви знайшли до свого собаки, що він навіть йому він без ласощів реагує на ваші команди? Я не знаю, может быть, я у него занимаю какой-то в жизни авторитет, и он... Что немаловажно. Да. Просто с самого начала, я с ним, когда начал заниматься, я ему объяснял, показывал, как это делается. И он начал запоминать и постепенно начал это повторять. Одно время мы думали, что он не может гавкать, ну, подавать голос. А можете продемонстрировать. Так. Если получится, он у нас... Голос. 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 Ну, попробуйте попросить у него лапу. Он так красиво дает лапу. Дай лапочку. Молодець. Якось ми не налаштований, якось не налаштований на кухню. Дай лапу, друг. Лапочку, да? Ні, він так по нього нічого не має. Дай лапу. Дай лапу. Дай мені лапу. А мені лапу, бачиш? Обидві лапи. Молодець. Голос. 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 Вот. Вот у нас голос, да. І на голосі. Зранку нам співаки оперні і рок-співаки бували в нашій студії, говорять, що ось до 11-ї години співаки просто не можуть знущатися над своїм голосом, у них голос ще спить. Так що так нашого співака голосі ще спить. Ні, діло в тому, що от Олексій сказав, що от вони гавкають. От ви бачили, як вони гавкають? Вони не гавкають, вони квакають. Вот. То есть тихонечко, не так, как обычно. В них малозвучный голос. Ну, когда не нужно, он так гавкает, что ему страшно. Серьезно, да. Ви знаєте, що дуже часто про собаку говорять, що він захисник. У вас це захисник, конечно, він захистить свого шкоди. Бо він такий доброзичливий, він такий голосистий. Маму і свою сестричку, ну, нашу дочь, він захищає завжди. Какая бы ни была собака, кто бы ни шел, кто бы ни зашел в квартиру, он всегда защищает. Иногда даже он от меня защищает. Він на мене так дивиться і думає, боже мій, дайте мені кусочек. Яка вона гарна, треба свою хозяйну. Это очень сильный защитник на самом деле, он очень сильно, у него очень сильный характер. Ви знаєте, на жаль, у нас вже просто спливає час нашого ефіру, і ще буквально пару слів щодо хендлерства, щоб ми завершили і поставили таку яскраву крапку. І ваші побажання нашим глядачам. Я хочу поблагодарить наших участников выставки, наших членов клуба, которые с охотой ездят на выставки в наше тяжелое время. Вот. И то, что вот рвение учиться и именно хендлерству. У меня очень много звонков, учите ли вы хендлерству. Да, мы учим хендлерству. Вот. Это большое искусство, это очень большие познания. Это ж не просто так. Я вам перечислила, что должен знать хендлер. Вот. И главное, что наши животные вот вызывают у нас вот такой вот позитив, который должен, который должен присутствовать во всех семьях. Потому что если в семье нету животного, то и мир у нас не будет таким добрым. Поэтому я хочу вот пожелать, чтобы у всех было желание держать животных, не обязательно собаку, и чтобы люди не просто учились, но и познавали вот такую вот хорошую, красивую профессию, хендлерство, вот, сами или чужих животных. Вот, дякуємо нашим хендлерам, да, нашим, да, кінологам. Ми вже завершуємо програму «Новий день». Оля, бачиш, яке у нас чудове завершення. Чудове і ти завершення. Посмакувала ласощами німецької кухні. І ось поспілкувалися з такими дружніми улюбленцями, домашніми тваринами. Вмикайте нас завтра. Завтра Інна Савіцька і Відя Дяченко для вас також приготують багато цікавого. Буде і фотограф, і учасники фестивалю «Південні маски», і ще багато сюжетів, і гостей. А ми з вами прощаємось до наступних зустрічей в ефірі. До свидання.